Наблюдение натуралиста приветствует вас, Восточная Сибирь, город Нижнеудинск. Вот видите, я вам каждый день черемуху показываю, да? Смотрите. Видите, как она раскрывается на благодатном солнышке. Красота такая будет необыкновенная. У нас теплынь вообще, сегодня обещают 30 градусов. На солнце я вообще, наверное, не буду. Но у нас, по-моему, там где-то что-то горит, потому что вся сторона... Все сопки в дыму. Видно вам, да? Вот. Видно сопки в дыму. Вот. Я смотрела с окошек, не видно, где горит. Наверное, за горами, скорее всего. Чего ты скулишь? Занимайся своими делами, я тебе не мешаю. Вот. Сейчас уже такая теплынь. Утро, еще 10 часов, по-моему, даже нету. Вообще теплынь необыкновенная. Вот. Ну, вот вчера разговаривала с девушкой с одной. Она говорит, сегодня гуляли 5 часов с ребенком. Я говорю, нифига вы гулены. Я говорю, что с температурой смотрела? Она говорит, где-то 29-30 градусов, говорит, на завтра обещают. Представляете, какая у нас жарища будет. Только вот жалко, дождя практически толком-то не было. Вернее, он был, но он весь пропитался. Весь пропитался бабочку на вербе. Не приближать не видно. Это вам сюрприз от меня, сибирский. Смотрите, какая красотища. Я стою 2 метра от нее. Она там нектар пьет. Жалко, подойти не могу. Она улетит, потому что дружочек ходит, шуршит. Какой кадр вообще. Да тихо ты. Ты дергалка, блин. Задергал уже. Ты дергалка, ты можешь на одном месте стоять? Все, уже улетела. Потому что он подошел к дереву. Ты козявка мелкая. Не может уже свой унитаз найти. Садись уже, определяйся. Там журчит у нас. Вода течет. Не знаю, куда она течет. Она, по-моему, не должна течь. Потому что я первый раз слышу, как там журчала. Ну, короче, друзья, всем хорошего, доброго дня. Радости бытия, счастья, благодати, любви, любви и еще раз любви, друзья. Видите, какой у нас свинарник. Банку уже видите второй раз. Все. Доброго дня. Солнце. Всего самого наилучшего. Ставьте лайки, друзья. Ставьте лайки. До встречи. Чао, какао.